И не успел я, как говорится, отойти, она сама к нему подошла, вот такая начинается маленькая такая, ну не драка, ну так, все. Чтоб знал свое место. Она ведет себя как хозяйка. Вот хвост поднимает, показывает. Я здесь имею вес. Молодец, Мурка. Вот сейчас об мою ногу потерется. Ну, ты моя Халюся. Халюся сошла с другого конца. Сейчас будет приставать к нему чуть-чуть. Она тоже его оказывает ему знаки внимания. Пара, так сказать. Супружеская, можно сказать. Ему одной будет мало девочки. Ему надо будет еще. Чтобы он себя нормально. Потому что он ее, если одну оставит, он ее просто задолбает. Поэтому надо, чтобы кто-то на себя тоже взял этот удар. Я же его не оркестрирую. Вот принципиально не хочу. Вот, поэтому надо создать котику условия. Маленький ГРМ. Вот одна уже у него есть на подходе, он мучается, пока ждет. Он уже понял, что надо подождать. Ну, еще месяца три она будет готова. Я вас обнимаю всех.